В ходе совместной пресс-конференции Джейхуна Байрамова и министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны состоялось обсуждение Лачинской дороги. Байрамов заявил, что Азербайджан предлагал обеспечить прозрачный режим на Лачинской дороге, однако армянская сторона отказалась от параллельного контроля. Азербайджан же 23 апреля предпринял соответствующие шаги для внедрения контрольно-пропускной функции и сделал это в соответствии со своей конституцией и на собственной территории, заявил Байрамов. Кроме того, он проинформировал французского министра о незаконном использовании Арменией Лачинской дороги, а именно для провоза оружия и мин, из-за которых с ноября 2020 года погибли и пострадали сотни граждан Азербайджана. В завершении Байрамов заверил, что Лачинская дорога была и будет открыта для всех гуманитарных целей, как это и оговорено в трехстороннем заявлении.